Старейшему представителю партии «Единая Россия», проживающему на территории Люберец, Инне Александровой исполнилось 87 лет. Свой день рождения она, как всегда, провела на работе в детской музыкальной школе. Но перед началом трудового дня именинница приняла у себя гостей. Это праздничное утро Инна Александрова встречает за фортепиано. Впрочем, так начинается любой день, независимо от даты на календаре. Музыка с ней всегда и повсюду. Это жизнь. Это моя жизнь. Если этого не будет, все. Только так. Я люблю все. И старинную музыку, и современную музыку. С удовольствием все играю. Даже военные песни с большим удовольствием играю, потому что жила в оккупации. Вот уже полвека Инна Александрова передает свою любовь к музыке детям. Несмотря на почтенный возраст, продолжает заниматься делом всей своей жизни. Параллельно с этим ведет активную общественную деятельность, посещает партийные собрания и участвует во всех значимых событиях округа. Дай Бог вам здоровья, вы замечательная, красивая. Я хочу вам сказать, очень такая, с тонким юмором. Дай Бог вам здоровья. Ну и долголетия. На ближайший юбилей мы к вам зайдем. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.